Febre amarela silvestre é uma doença infecциosa. Вспышку желтой лихорадки зарегистрировали в бразильском штате Минас-Жерайс. Заболевание распространяется в сельских районах. По данным Министерства здравоохранения Бразилии, подтверждено 70 случаев заражения, 40 из них оказались со смертельным исходом. Также зафиксировано более 360 случаев заболевания с подозрением на желтую лихорадку. 47 из них закончились летально. При этом один человек скончался в столице страны. Предполагается, что он побывал в Минас-Жерайсе и там заразился вирусом. В самих городских районах Бразилии случаев заболевания желтой лихорадкой не регистрировали с 1942 года. Согласно официальным данным, нынешняя вспышка самая масштабная за последние 14 лет. Медики призывают жителей 9 штатов Бразилии, где существует риск эпидемии, пройти вакцинацию. Примерно 5,5 миллионов вакцин распространены по всей стране. Наибольшее количество отправлено в пострадавшие штаты. Еще 6 миллионов будут доставлены в ближайшие дни. У нас также есть еще 5,5 миллионов вакцин, упакованных и готовых к распространению в случае необходимости. В зависимости от ситуации, страна готова произвести еще больше вакцин. Желтая лихорадка – это острое вирусное заболевание, распространяющееся в Африке и Южной Америке. Оно сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, болью в мышцах спины и конечностей, а также тошнотой и рвотой. Летальный исход угрожает от 5 до 20% больных. А в случае эпидемии могут умереть от 50 до 60% заболевших. Лекарств от желтой лихорадки не существует, применяется симптоматическое лечение. Вакцина против этого заболевания была создана 80 лет назад. Вирус передается желто-лихорадочным комаром. Этот же вид насекомого переносит вирусы Зика и Денге. У людей, переболевших желтой лихорадкой, вырабатывается пожизненный иммунитет.